В России предлагают запретить уничтожение продуктов питания, конфискованных или изъятых из обращения, но признанных пригодными. Как пишут «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Его авторы рекомендуют использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд. Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению. Отметим, что на территории Тверской области за период с 2015 по 2020 годы уничтожено 894 тонны незаконной продукции, причем ее объемы постоянно снижаются. В основном продукция такая шла из Польши, Украины, Испании. Ну, в основном на 99% это Польша. Какая продукция? Это яблоки свежие, это груши свежие, это вишня. Это персики, это нектарины. В основном, наверное, такие вот большие нарушители – это белорусские организации, которые провозили данный груз из Польши через территорию Беларуси на территорию Российской Федерации. Вся продукция была уничтожена на складах бытовых отходов Тверской области методом раздавливания.